8, 7, 6, 5. Погнали. Сейчас я погромче, наверное, сделаю сразу. А субтитры? Hello and welcome. Hello, welcome. И субтитров не будет. Ничего не понимаю, но по картинке посмотрим. Coming to Sea of Thieves as part of season 10, with a whole new way to engage in social play, to a competitive experience within the shared world, and an exciting new feature that will fundamentally change how you play the game. We are bringing an incredible amount of new features to season 10. So to get things started, let's go over to Sea of Thieves creative director Mike Chapman. Hello, everyone. Hello, hello. I'd like to take this opportunity to thank you for your patience and understanding regarding the delay to season 10. We know that season 9 has run exceptionally long. But what this means is that season 10 will now very much be a super season. When season 10 launches on October 19th, it will feature the experience originally planned for season 10. But for November... Скоро мы услышим от команды Rare, как они расскажут нам о главных новинках, которые появятся в Море Воров в рамках 10 сезона. У нас появился совершенно новый способ участия в социальных играх, позволяющий соревноваться. Я извиняюсь. А также новая захватывающая функция, которая в корне изменит то, как вы играете в эту игру. Мы привносим невероятное количество новых функций в 10 сезон. Так что для начала давайте обратимся к креативному директору Sea of Thieves Майку Чеплину. Не-не, нормально, так лучше будет. Всем привет. Во-первых, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за ваше терпение и понимание по поводу задержки 10 сезона. Мы знаем, что 9 сезон длится исключительно долго. Но это означает, что 10 сезон теперь будет очень похож на суперсезон. Суперсезон! 19 октября стартует 10 сезон. В нем будет то, что изначально планировалось для 10 сезона. Но в ноябре в него войдет то, что мы планировали для 11 сезона. А в декабре будет что-то немного другое. Новый способ играть и наслаждаться игрой в Sea of Thieves, о чем мы думали уже очень давно. Но сейчас я передам это дело Шелли и Джеймсу, которые расскажут вам о первом полнометражном фильме, который стартует в 10 сезоне. 19 октября состоится премьера фильма «Гильдии». В 10 сезоне мы вводим гильдии. Это новый способ для игроков создавать значимые связи, выходящие за рамки их непосредственной команды. Он основан на уникальном увлекательном социальном игровом процессе Sea of Thieves. Мы считаем, чтобы частью команды играть вместе — это один из лучших способов познакомиться с Sea of Thieves. Мы хотели, чтобы этот опыт был доступен большему числу игроков на более регулярной основе. Гильдия объединяет игроков под общим именем и идентичностью с общими целями, что действительно дает игрокам возможность испытать лучшее из общего социального игрового процесса. С помощью гильдий вы можете иметь в гильдии 24 ваших друга или врага, если хотите, чтобы они были рядом с вами в любое время. Мы сохранили это число на уровне 24, чтобы опыт был интимным, убедившись, что вы знаете всех, кто вносит свой вклад в вашу гильдию. Успеха! Любой капитан, у которого есть свой собственный корабль, может создать новую гильдию, потому что вам нужно, чтобы этот самый первый корабль был передан в залог гильдии. Но помимо этого, любой желающий может вступить в гильдию, независимо от того, является он капитаном или нет. Когда вы создаете гильдию, вы можете выбрать несколько уникальных объектов для нее. Вы можете дать ей название, что-то уникальное, чтобы говорить с членами вашей гильдии. Вам нужно придумать девиз, чтобы убедиться, что все вы стремитесь к одной и той же цели. Кроме того, вы можете выбрать брендинг, изображение и иконографию, которые действительно выделят вашу гильдию. Как только вы вступаете в гильдию, вы можете передать любое из своих капитанских званий в гильдию, а также можете выбрать, делиться ли ими со своими товарищами по гильдии. Если вы поделитесь ими, они могут забрать их, даже если вы не находитесь в сети. Вся ваша косметика и ваша личность, все ваши безделушки и картины, все будет так, как вы оставили. И они даже могут продвигаться по этапам капитанства на этом корабле, пока вы находитесь в автономном режиме. Не имеет значения, хотите ли вы пойти и собрать добычу, хотите ли вы сражаться под песочными часами. Любое действие, которое вы предпримете в Море Воров, продвинет ваши достижения вперед. Еще лучше то, что вы можете прогрессировать, находясь в автономном режиме. Ваши друзья могут плавать под флагом вашей гильдии, когда вы находитесь в отпуске или спите. Так что вы вернетесь отдохнувшим и, возможно, с новой блестящей шляпой. Так как каждый член вашей гильдии вносит свой вклад в то, чтобы вместе заработать эту общую репутацию гильдии.
гильдии. Вы разблокируете новые уникальные награды для себя и своей гильдии, и даже сможете получать отличия на каждом из 100 уровней репутации, открывая дополнительные награды. Гильдии объединяют игроков как никогда раньше, и мы очень рады видеть гильдии, которые вы создадите, когда 19 октября стартует 10 сезон. В ноябре, в рамках 10 сезона, мы отправляемся в совершенно новое путешествие под названием «Череп песни сирен». «Череп песни сирен» — это наше первое соревновательное путешествие. В нем игроки будут использовать одни и те же карты сокровищ и соревноваться друг с другом, чтобы собрать хоть одно сокровище. Как и в других мировых событиях, «Череп песни сирен» будет появляться случайным образом на протяжении всей вашей сессии. И когда он активен, вы увидите эту призрачную ноту, прикрепленную к мачте, и сможете взаимодействовать с ней, приглашать свою команду на мероприятие и принимать в нем участие. Когда это путешествие становится активным, и вы видите эту ноту на своей маске, вы знаете, что все остальные члены экипажа на сервере, он также видит это. И они становятся потенциальными соперниками, пока вы все ищете череп сирены. Это песня. Это ощущение таинственности вокруг других экипажей, которые могут охотиться за тем же сокровищем, что и вы, а могут и нет, создает настоящее напряжение. Особенно в начале этих совместных путешествий. Ты будешь тратить большую часть своего времени на то, чтобы оглядывать горизонт в поисках продаж, которые могут приблизиться, с целью забрать свое с таким трудом заработанное сокровище. Так что как только ты согласишься отправиться в путешествие, призрак капитана Брикси появится на твоем корабле и отправит тебя на охоту за черепом и песней сирен. Так вот, именно эти лучи высокой интенсивности предназначены для всех экипажей, направляющихся к этому единственному сокровищу. В начале путешествия каждый экипаж, который примет участие в экспедиции, получит две карты. Одна из них ведет к ключу, а другая — к сундуку. И как только игроки выкопают эти два предмета, они должны объединить их, чтобы открыть сундук и извлечь научную песню ученого. Так что на ранних стадиях путешествия ключ может быть у одного экипажа, а сундук — у другого. И в любой момент эти предметы могут сойтись вместе или перейти из рук в руки, или же может появиться новый корабль и забрать их обоих. И такая непредсказуемость делает эти этапы по-настоящему захватывающими, так как никто не знает наверняка, что именно должно произойти. И тебе приходится реагировать на самые разные обстоятельства. Вот что мне в этом нравится, так это то, что поиски не закончатся, пока они не закончатся. У кого-то может быть ключ, у кого-то может быть сундук, но ты можешь видеть маяки в небе. Ты можешь отследить их на карте мира, и в конечном итоге ты сможешь хорошо плавать, играть вместе как команда, перехватить их и украсть сокровища для себя. Как только сундук будет открыт, череп песни сирен будет принадлежать команде, которая его открыла, по крайней мере, на данный момент. Этот новый предмет — мощное оружие, которое можно использовать против других экипажей, чтобы защитить свой корабль. Но у него также есть свой набор проблем. Так что, как только череп окажется у тебя на борту, тебе придется защищать его вместе со своей командой. Но этот череп проклят, и это заставит твой корабль замедлить ход, а значит, другие команды начнут медленно догонять тебя. Так что, независимо от того, есть ли у тебя череп на борту, или ты гоняешься за ним, это еще не конец, пока все не закончится. Это замедление движения головного корабля создает несколько действительно напряженных моментов, так как ты почти не можешь избежать боя. Мы думаем, что это путешествие действительно захватывающее, потому что это более целенаправленное, соревновательное путешествие, которое может проходить как часть твоих обычных сессий Sea of Thieves. Непредсказуемый характер того, когда оно начнется и кто еще может сразиться с тобой за это сокровище, это волнующий момент. И экипажам придется адаптироваться и реагировать на это, если они хотят быть теми, кто может претендовать на череп для себя. Мы очень рады, что игра «Череп песни сирены» объединит игроков в этом соревновательном путешествии, и в ноябре вы сможете сыграть в нее сами. Здорово, Сань, здорово. Как вы уже видели, к 10 сезону у нас появится несколько замечательных новых впечатлений. Социальная игра всегда была в центре внимания Sea of Thieves, и именно поэтому мы так рады привнести в игру, созданные игроками гильдии. И именно эта идея участвовать в гонках за сокровищами против других пиратских команд по всему миру. Вот почему мы так рады появлению черепа песни сирен. Но в преддверии декабря у нас запланировано кое-что немного другое. Когда мы оглядываемся назад на наш путь создания Sea of Thieves, начиная с нашего первоначального запуска в марте 2018 года и заканчивая тем, где мы находимся сегодня с игрой и ее сообществом. Это один из самых страстных и громких отзывов от обоих существующих поклонников. Но также и от игроков, заинтригованных игрой Sea of Thieves, желание играть за пределами общего мира. Возможность испытать пиратские приключения в Sea of Thieves в одиночку или просто с выбранными друзьями. Это то, о чем мы долго и упорно думали. Как мы можем предоставить игрокам возможность сделать это, сохраняя при этом то, что так уникально и волшебно в общем мире Sea of Thieves? После долгих размышлений мы пришли к выводу, что нашли ответ на этот вопрос в безопасных морях. Безопасные моря — это новый способ играть и наслаждаться игрой в море воров. Она позволяет вам играть в одиночку или с тремя выбранными друзьями в частном мире в море воров.
Что действительно важно подчеркнуть, так это то, что игра, которую сегодня представляет Море воров, воплощает в себе всю эту общую мировую магию игры. Она по-прежнему остается основным способом игры. Но приключенческий режим в Sea of Thieves теперь предоставляет вам два различных варианта. Открытое море — это та же игра, что и сегодня, но в то же время более безопасный сезон — это новый способ играть и получать удовольствие от игры. За последние 5 лет мы создали Sea of Thieves. Игра превратилась в огромный опыт, который включает в себя множество разнообразных аспектов. ПВЕ-сервера! Реальность такова, что мы хотим научить людей играть в эту игру. Как достали вы меня уже топить, блядь, в этой игре. Именно так мы думаем о более безопасном море. Это отличный способ изучить основы игры Sea of Thieves, понять ход и темп игры до того, как они перейдут в открытое море. А то все топят, ролят меня. Кроме того, это позволяет новичкам лучше освоиться в игре. Это также позволяет опытным игрокам по-настоящему погрузиться в мир и действовать в своем собственном темпе. Экспериментировать и видеть все, что может предложить мир на своих собственных условиях. Таким образом, мы рассматриваем более безопасные моря как дополнительный способ насладиться игрой Море воров. Это новый способ насладиться игрой со своими друзьями или погрузиться в мир с головой. Safe Oasis не будет развиваться отдельно со своими уникальными особенностями. Это просто открывает новое окно для того, чтобы впервые испытать КФС. Поэтому, когда мы задумываемся о специфике того, что означает прогресс в более безопасных морях, мы начинаем задумываться о том, что означает прогресс в более безопасных морях. Как я уже упоминал ранее, мы хотим, чтобы это был способ узнать больше об игре, узнать о системах и о том, как прогрессировать в игре. Таким образом, игроки будут получать повышение в определенных торговых компаниях, но это будет составлять 30% от стоимости того, что вы заработали бы в Хайморе. Таким образом, и повышение, и золото будут заработаны, но за 30%. Что касается продвижения в торговых компаниях, то ваше продвижение будет ограничено 40-м уровнем. Так что выбор этого предела очень продуман. Мы хотим, чтобы у тебя была возможность испытать все множество уникальных путешествий по этим торговым компаниям, и испытать, каково это, продвигаться по карьерной лестнице с помощью рекламных акций каждой из этих торговых компаний. Но самое главное, что ты не сможешь стать легендой пиратов в более безопасных морях. И на самом деле торговая компания Athena's Fortune, которая представляет пиратские легенды, ее путешествия, деятельность, награды и поощрения, вообще не будет доступна в безопасных морях. Так что наряду с этим существует целый ряд впечатлений, которые, по нашему мнению, не подходят для безопасных морей. PvP, фокус костей жнеца и возможность играть за фракции являются частью этого PvP-геймплея, который не будет доступен в более безопасных морях. Возможность приобрести собственный корабль и стать капитаном, возможность присоединиться к одной из этих недавно добавленных гильдий, созданных игроками, а также возможность, чтобы играть в роли эмиссара торговой компании. Эти функции будут доступны только в открытом море. Так что открытое море по-прежнему остается основным и желанным режимом игры в Sea of Thieves. Эмиссарки не будет. Но Safe Oasis предоставляет вам альтернативный способ изучить основы, ритм и темп игры. Нам есть чем поделиться, и мы будем делиться подробностями о том, что доступно в каждом режиме, по мере приближения к нашему запуску в декабре. Мы считаем, что Safe Oasis открывает совершенно новые возможности для игры Sea of Thieves. Мне нравится идея отправиться в пиратское приключение вместе со своей семьей, исследуя мир в своем собственном темпе. Возможность погрузиться в повествование о мире, играть во все эти небылицы. Возможно, отправиться на рыбалку с друзьями, или снимать классный видеоконтент, чтобы поделиться им. Мы верим, что не беспокоясь о том, чтобы оглядывать горизонт в поисках других неизвестных игроков, игра «Безопасные моря» создаст совершенно уникальные ощущения. Это очень похоже на вашу историю в частном мире, и мы считаем, что она дополняет приключения, которые вы можете пережить в открытом море. Сейчас самое подходящее время привнести в игру более безопасные моря. За эти годы игра стала настолько масштабной и разнообразной, что предлагает множество замечательных впечатлений. Мы хотим предоставить новым игрокам эффективный способ войти в игру и понять, что делает ее такой особенной. А старые нахер и сейчас нужны. Мы смотрим в будущее игры. Мы как никогда рады сделать эту пиратскую игру привлекать, лучше не удерживать. Если тебе нравятся пираты, то в игре Sea of Thieves должно быть что-то для тебя. Именно поэтому мы так рады, что в следующем году море станет безопаснее, а будущее лучше. С появлением этих трех главных сюжетных линий в 10-м сезоне «Море воров» это будет наш самый большой сезон в истории. 19 октября в игре гильдии вы сможете играть с другими игроками под общей личностью, создавая значимые социальные связи, и при этом участвуя в новом пути развития, который откроет вам новые невероятные награды. В ноябре с черепом песни сирен вы сможете принять участие в быстро развивающемся приключении, сражаясь с другими экипажами в захватывающей гонке. Станьте первым, кто завладеет могущественным
могущественным древним артефактом. А в декабре, когда море станет безопаснее, у вас появится возможность отправиться в море воров и взаимодействовать с миром в своем собственном темпе. Независимо от того, оттачиваешь ли ты свои навыки в морском форте или принимаешься за одну из наших многочисленных небылиц. Это позволит тебе испытать большую часть игры Sea of Thieves по-своему. Мы невероятно рады, что все вы познакомитесь с новыми функциями, которые мы описали здесь сегодня. Но это, конечно же, лишь часть того, что мы привнесем в 10-й сезон. Следите за нашими социальными каналами, чтобы получить больше информации о том, что еще будет в этом сезоне. Ну, у меня браузер теперь вообще практически... Чё это получается-то? Получается, нам вводят гильдии, во-первых. Там включится у меня видео-то, нет? Hello and welcome to this... Hello and welcome. Получается... Предварительный просмотр... Сейчас я вот так вот сделаю. Сейчас, где он тут? Ну вот, гильдии, да? Получается, первое, что нам введут, 19 октября у нас стартует 10 сезон, то есть будет еще пропуск там туда-сюда, но это уже не важно. Самые главные новинки в чем? Это у нас первая гильдия. Я так понимаю, это будет, то есть мы можем собраться, как они говорят, 24 человека. 24 человека это всего выдерживает сервер, ну, сессия. И мы можем, то есть врубили официальные рейды, потому что скажут, что они там, ребята мучаются, рейдят, хотят миллиардов себе наколотить. Давайте сделаем вот так вот, они, у них будет гильдия, и все, и в гильдии плавают, у них миллиарды копятся. Вот. А потом такие, а что это мы вообще паримся-то? А давайте сделаем PvE сервера. Немножечко его там подсократим, и будет PvE сервера офигенно. Вот эта вот тема по поводу корабля, что там магическое что-то, ну вот с этим вот сундуком, ну хрен его знает. Это, конечно, интересно попробовать, но как это, сколько он стоит, этот череп, непонятно. Из-за чего стоит вообще играть этот режим? Тоже ничего не сказали. Но это мы попробуем уже, когда выйдет, да. И PvE сервера, где ты можешь выбрать. Вот это мне стало вообще непонятно. Чисто PvE сервера, где ты один или втроем максимум, да? Он ведь так сказал. То есть вы можете кататься, и никто вас не потопит, ничего, если только там NPC-скелеты. Встает вопрос... Если ты, ну, в таком режиме, как бы, должен сохраняться лут, прогресс, там, что-то такое. А будет то же самое, только урезанная версия без игроков остальных. То есть, выделили отдельные сервера, ты создаешь свой сервер, а на нем играешь, правильно? Будет ли там сохраняться что-то, не будет, тоже ничего не скажу. Только нафига вот это вот нужно? В обычных морях уже игроков нету. Ролишь, думаешь, чем заняться, а большинство, они играют, ой, разработчики работают на новую аудиторию, вот, и эта новая аудитория будет, конечно, выбирать вот этот режим, они скажут, нахрена нам чем-то рисковать, мы будем получать там по 30%, нафига нам вот этот вот, где нас топят, и в обычном режиме вообще никого не останется, а что делать старичкам-то? Чем нам заняться? PvP-режим с читерами играть, что ли, или что? Не понимаю я что-то обнову этой. Про лодки больше ничего не сказали. Да и еще будет видео, я думаю, там скажут и про лодки, и про скины новые, которые добавят. Короче, нам добавили официальные рейды. Вот эту вот тему. Да ёб ты урод.
Ой, хрен его знает. Как вот это вот единственное, к чему как-то лежит душа, потому что что-то новое попробовать, и, возможно, это будет единственный контент, который останется в этом 10-м сезоне. Что-то новенькое. А так... ...повищами против других пиратских команд по всему миру. Вот почему мы так взволнованы появлением черепа песни Сил. Да нафиг эти там новые локации, еще что-то. У нас есть кое-что немного другое в планах. Когда мы оглядываемся назад в этом путешествии, мы уже были. Мы работали над созданием Sea of Thieves с момента нашего первоначального запуска. Таким образом, мы думаем... Короче, не знаю, что думаете? Ну, гильдии, а как это еще назвать? Вот ты собираешься своими кораблями, гильдия. Нет, ну вот это-то прикольная тема. Это попробуем все туда-сюда. А вот гильдии и отдельные сервера, я вообще не понял, нахрена это нужно. Сделали для того, чтобы повысить онлайн. Да чем здесь повышать онлайн-то? Ой, короче, сейчас споров там будет. ПВЕ нам добавили, вот и все. Нахрена гильдии? Чтобы заниматься ПВЕ, копать сундучки. Вот это с сундуком очень похоже на этот сундук, который на арене был. Все за ним гнались, и за этот сундук была драка. Только здесь он еще как магическое ядро действует. Ослабляет там корабль, еще там что-то. Замедляет корабль. Ну а как это, не рейды что ли у тебя? То есть вот у меня, например, там 10 кораблей есть. Там была показана вот это вот, один корабль ты отдаешь, второй, третий, там 6 кораблей. И, например, эта гильдия заходит на всех кораблях на сервер. Всего 6 или сколько там, 5 сейчас, я уже не знаю, сколько там кораблей на сервере. Все эти корабли заходят в моря. Или это один корабль там на одном сервере, другой на другом сервере. То есть это не в одном море. Здесь об этом ничего не сказано. Вообще непонятно, как это работает. Ну так здесь и нет объяснения, как это будет именно. Сказали гильдии. И вот я сижу и догадываюсь. То ли это будет на одном сервере, можно собраться. Либо все там на разных. Так же, как и обычно. Не надо ничего додумывать. Ну а мне-то откуда знать? Где мне прочитать-то эту информацию? Вот мы сидим, для этого и тизер вышел, чтобы как-то думать вместе. Так, ну, короче, будем смотреть, что, 19 октября, когда это все выйдет. Посмотрим, что к чему. Надо будет патчноут читать по поводу этого черепа, сколько он стоит, почему стоит за ним гнаться, как это там у всех появляется, пробовать это все. Сейчас будет миллиарды догадок. Как это, чё, почему? Нужно, короче, самому пробовать. Но меня вообще не впечатлило ничего. Особенно последняя новость про PvE сервера. Где реально новички будут только в этих серверах сидеть. И всё. Короче, ребята, я никому ничего не навязываю. Думайте сами. Сами тоже все видели. Там
Я сказал лично свое мнение. Понравилось вам или как? Давайте плюсик, если понравилось. Минус, если не понравилось. Давайте так решим. Я не знаю, как еще решить. Минус, минус, плюс, плюс, минус. Ну, просто хотя бы понять, что к чему. Ну, короче, кому как, да? Да какой опрос он тут так по чату понял? Ну, больше минусов, конечно. Да, это жестко. Я думаю, будет еще видос о том, что они добавили. Это просто самые значимые вещи, получается. Гильдия, сундук, PvE сервера. То, что мы услышали. А какие-то еще по-любому там нововведения есть. О тех же лодках послушать там. Не, ну для алдов-то тут вообще ни о чем. Для новых игроков это, конечно, хорошее привлечение. Одним только этим сервером. А прикиньте, сделали бы отдельные вот эти PvE сервера, это была бы как выживалка. Это был бы вообще топ. Я бы сам в этот режим играл. А так, по большей части, там, например, я зайду в этот режим, я посмотрю и выйду. Ну, типа, то же самое, эмиссарку нельзя поставить. 30% ты всего получаешь этого. Прибыли с продаж. Не, подожди, 19 октября. Или где там? Ну, 19 октября. Ну, привлекательно для новичков. Им надо делать два режима. Один режим для новичков, другой режим для старичков. Будешь создавать свою гильдию? Ну, естественно. Кому отдать этот самый мокрую жемчужину мою во владение? Кто капитаном мокрой жемчужины будет? Это прям, я не знаю, должен быть какой-то матерый капитан. Когда сезон выйдет, сделаешь обзор на косметику, да. Ну, видос по всему будет, естественно. Какой режим для старичков? Вот реально чего в игре нет, что в ней есть уже. Много чего нету и много чего есть. За баллы канала вступить в гильдию? За донат. Да, да, на этом корабле буду на новом плавать, который сегодня создал. PvP 5 на 5. О, я бы в такую поиграл, кстати. Прикиньте, гильдия на гильдию, там какие-нибудь новый режим, гильдия на гильдию, PvP, мы отставим свой чат. ММР, короче. У нас будет 10 тысяч ММР, блядь, у нашей гильдии будем фигачиться на кораблях, на наших. Представляете? Ну, это все, ну, в 12-м, наверное, сезоне будет. Да я всех возьму, ну, с гильдиями это самое, там распределим. Да, конечно, такого не будет, это я так. Ну что, ребят, сказать нечего особо. Можно будет почитать комментарии, сейчас видосы всякие на Ютубе будут. Я вам свое мнение сказал. У вас у каждого тоже свое мнение. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но кому понравится, ой, всем тоже не может понравиться. Меня радует только одно, то что игру не забросили, ничего, и продолжают заниматься. Вот это радует. Если было бы вообще все плачевно, сейчас бы сказали, нахрен эти сезоны, играйте вот в этот кусок дерьма, который сейчас есть. Мы больше игру не поддерживаем, играйте и сами там варите с ней как хотите. А тут все-таки что-то делают, это плюс.
если уж с позитивной ноты смотреть. Что-то новенькое все-таки добавили. Ну, я, например, против PvE серверов из того, что показали. Нахрен надо? Вообще не ясно. Как это будет стакаться? Вот выйдут PvE сервера одиночные. Мы начнем, например, опять ролить. И посмотрим, что будет. Пока что, что там загадывать. Может, нормально будет. Может, еще хуже, чем сейчас. Этого тоже никто знать не может. Конечно, первое время, когда сезон выйдет онлайн, подымется. Все посмотрят и скины, и будут прокачивать. Попробуют все этот режим, захотят попробовать, правильно? Онлайн будет. А удержится ли он? Короче, ладно, ребят. Погнали отдыхать. Сегодня уже нормально так сидели и поразговаривали, и поиграли. Погнали отдыхать. Завтра увидимся. Вот, видос я нарезку сделаю. Надеюсь, никого не обидел своим мнением. Кому интересно, посмотрите еще там в повторе на Ютубе. Давайте, всем покеда. Пока-пока.